Всем привет, с вами Скопинг. Зашли мы в игру, сегодня посмотрим на склад. Какое оружие там есть, в каком количестве и с чем еще можно записать паблики. Я думаю, вы уже забыли, что в игре есть озвучка. Это действительно мелодия, которая вызывает ностальгию, но ее поменяли. Я так понял, обновили. Насколько давно, когда, я не знаю. Но звучит она явно иначе, чем в те давние годы. Ладно, окей, врываемся сразу на склад. Скопинг — это пресс-аккаунт. Это аккаунт, который выдается блогерам для записи видео. То есть это не мой аккаунт по факту. Его создавал не я, почта не моя. Мне выдала его администрация, и пароль выдала мне тоже администрация. То есть по факту в любой момент у меня могут его забрать. Поэтому вы должны понимать, что все, что вы сейчас увидите, это не мое. Это казенное, то, что выдается мне для записи к видео. Мой аккаунт это Bayer. Я с него иногда играю, вы иногда его могли видеть в предыдущих видео. Поэтому смотрим, что здесь есть. Будем смотреть следующим образом. Основное оружие выберем винтовки. Дополнительное, холодное, метательное. Ну и соответственно пойдем по порядку, чтобы не было все в куче. Давайте приступим. Винтовки. У нас здесь очень много VIP оружий. Возможно, даже будет по несколько штук. Можете наблюдать, что их просто куча. Я не знаю, с эмками я никогда не играю. Мне кажется, эмки это вот для призраков, что-то такое. Сейчас на КБ или КБВ с эмкой двигаться, ну блин, все в шлемах, в броне, тяжеловато. Мне кажется, тяжеловато, поэтому я только с калашами бегаю. Соответственно, випки прошли. Пошли обычные, за капсулы. И вы можете наблюдать, что, ну, это просто что-то невероятное. Я не знаю, у кого есть больше. Наверное, есть какие-то топ-донатеры. Напишите в комментах, кто это, что это за ребята, у которых склад внушительнее, чем этот. Интерпол, приколюшные вот эти вот новые пухи, когда на ладони у игрока двигается чел и стреляет из маленького оружия. Ну, посмотрите, эмок просто куча. Я с ними не двигаюсь. АК-фест, снежный бас, пиони. Ну, можно поиграть с этими будет в следующих пабликах. Окей. Винтовки у нас закончились. Следующие. Пуколки, с которыми я, наверное, никогда так и не сыграю. Томпсон. Когда-то давно мы двигались. Году в 12-м. Но это время прошло, чуваки. Даже Томпсон VIP есть. Снайперки. Вот это уже другое дело. Барреты, АВМ. В принципе, все, что нужно. Читаки еще, конечно, есть. Но это так, на любителя. Можете смотреть. Вот видите, АВМА. Ну, это мне выдали, наверное, за входы в игру. Типа, что-то такое. Но в порядке. Можно что-то выбрать, с чем-то поиграть, как бы так. Не обделен. Но самая, конечно, сосочка это М700. Воу. Окей, врываемся дальше. Пулеметы. Гатлинг, РПК Дракон. Из випок. Ну и все остальное вмещается на одной странице. Ну и дробовики. Здесь вообще их три штуки. Ну это, ну так, чисто чтобы было просто. Окей. Дополнительно у нас здесь пистолетики пошли. Випочек 5 штук. Ну, хороший пистолет, это вот типа копа, быстрая. Вот коп Химера есть из последних. Анакондочка легендарная из видео М700 и Анаконда. Ну, остальное, в принципе, по капсулам. И много у меня, видите, обычных за очки. Диглы, кольты. Их я взял под каждый рюкзак. Потому что когда я бегаю на рейтингах или миксах, раньше двигался, вот я двигался по дефолту. Холодное оружие также 6 у нас випочек хороших. Но я в основном играю только с кукри, потому что с АВМ приятно играть, ну и в целом внешне мне нравится. Такие дела. И метательные. Из метательных 6 у нас также випок, это два набора Химера и Титан. А остальные пошли, ну, какие-то приколюшные гранаты и... Новый год, валентинки. Ну и опять же по дефолту достаточно много.
Давайте перейдем к внешнему виду. Следует сказать, что внешность я никогда не менял. Ну, прям, наверное, может, в одном видео где-то и менял, чисто потому, что этого требовало само видео. Всегда бегаю, ну вот, САС, ОМОН. Это еще началось с тех времен, когда я вплотную занимался мувиками. Ну, когда, в принципе, они были популярны. Все бегали по дефолту, все бегали в таких скинах. Поэтому привычка такая и осталась. На данный момент 6 VIP... VIP-тел. VIP-скинов. Ну и порядка 6. Еще платиновая сумка. Я не знаю, что это такое, честно. Очень много каких-то артефактов, всяких приколюх, которых я не шарю. Но мне это не абсолютно не интересно. Их я не надевал ни разу. Ну, опять же, наверное, какую-то когда-то надевал для одного видео. И то я не знаю, есть ли оно сейчас на канале. Окей. Вещи. Да, вещи. У меня саперный набор на 3700 дней, шлем и бронежилет также. Прям на полную мне шлепнули, чтобы я не нуждался в ближайшие 10 лет. Вот. И кольца. То есть очень большая приколюха в кольцах в том, что, смотрите, они у меня все дают по 0.7, 0.8, 0.7 секунд к мультикиллу. Это очень важно сейчас, и это во многом помогло мне записать последний мувик. Здесь также 0.7, 0.7. То есть вот два типа колец есть. И если кольцо первого типа и кольцо второго типа включить, то их бонусы будут суммироваться. И увеличенный пакет под гранаты, да, тоже 3700 по дням. Коробка инструктора, я не знаю, ну, откуда она, и, возможно, это еще ЗБО доставалось. Но я не помню, честное слово, столько всего произошло, я в игре порядка 9 лет, и прям тяжеловато что-то вспоминать и утверждать конкретно. Окей, подарки. Ну, подарки мне никто не дарит. Вот, теперь зомби. Лицензия стрелка, какие-то лицензии на зомби, я вообще не захожу. Удаленно я ничего не удалял, рынок здесь, наверное, что-то продавать, покупать вообще не по мне. Ну и записи нет, потому что я пишу без сохранения реплея, чтобы FPS сильно не проседал. Ну, комплюктор уже староват. Так, что здесь еще может быть? Капсулы, может? Может, у меня что-то есть? Кредитов 0, купоны, склад. Так, где мои капсулы? Есть что-то? Ну нет, чуваки, наверное, у меня нет капсулы. Я не знаю, куда нажимать, честное слово. Эти приколюхи все я как-то перерос. Я крутил капсулу, наверное, лет 8-7 назад последний раз. Окей, выйдем отсюда, ничего здесь нет. И обмен опытом. Опыта у меня 22400 тоже. Я не знаю, за что это все дается, для чего, почему. Вот, мне достаточно играть по дефу. КФСный калаш, КФСный дигл или... что там есть? Кольт. Гранат тоже дефолтный. Ножик черный. И помчал. Ну, конечно, шлем, броня, типа, КБ-набор. Все, больше ничего не надо. Это все мне необходимо для записи видео, чтобы было разнообразие, чтобы вы посмотрели что-то новое, чтобы мне было приятно для вас снять. В целом, больше ни для чего. Это мое отношение ко всему донату. Это склад аккаунта Scoping. И на этом видео заканчивается. Всем спасибо, всем пока.